Меня отправит Энигма. Энигма поджанглит, это нормально. А вот Висп с Трейн Протектором, надо над плохим будет получать опыт. Если к ним придет боевой трилейн, то есть Кипер Влайт Рубик плюс Гирокоптер, ну, не самый боевой трилейн, но тем не менее, смогут их погонять. Погонять Морфлинга, не дать ему пофармить, и тогда уже все будет совсем неприятно. Тридцать секунд времени. То есть, допустим, на мид можно отправить Клокерка и взять в придачу. Хотя, как-то я разогнался. Лайфстиллер здесь в бане. Альянс решает, хватит ли одного гирокоптера. Либо нужно еще какой-то кэрри, либо же надо усиливать свой мидгейм потенциал. Скорее всего, второй, и поэтому... Сейчас посмотрим, что они здесь возьмут. Нага. Интересное решение. Клокерк действительно пойдет на мид. Лода, похоже, будет стоять, фармить Нагой. Скорее всего, даже соло. Сейчас мы это узнаем. И Герокоптер отправит в трилейн. Альянс понял, что лейны слабые у Фнатик. Ну, точнее, не то чтобы лейны, трилейн слабый. Не самый сильный саппорт. Вот как раз Фнатик рисковали стать заложником своего пика. И, похоже, Альянс эту слабость заприметили. То есть оба саппорта, что Висп, что Трент, и они стоят на отпулах. Пытаются получать опыт. Если к ним кто-то придет, начнет их убивать, они, в общем-то, особо ответить в ранней игре чем-то особо не могут. У Трента, конечно, очень большой урон с автоатак, скажем так. Морфинг, если вкачает на третьем уровне вейформ, 175 урона, ну, в принципе, не так критично. До третьего, до четвертого уровня вейформа прилога. Так, ну ладно, давайте смотреть. Сторона Alliance. Сторона Reddit. Аки на хипровзлайте уже бежит на топ. S4, Клокерк, EGM на Рубике. Лода Нага и Адмирал Бульдог Герокоптер. Адмирал Бульдог побежал в сейфлейн. То есть решили так делать. Трилейн. Трилейн с Нагой. Будет заливать и маны хипровзлайте. Всегда будет маны на Рептайде, на Энснейра. Ну и побежали в сторону топа. С этой же стороны на Тейл. На Тейл на СП стоит в районе мида. Посмотрим, что здесь будет происходить дальше. Флай на Энигме. Эра на Морфлинге идет на топ. Понятное дело, Хани. Трейн Протектор. Ну и Трикси. Баунти Хантер. Флай ждет. Надо съездить одного крипа Трикси. Ну и на Тейл, похоже, так и будет виспом стоять мид. Крутится, вроде как ждет. Будет здесь. Блокировать крипов. Эра понимает, что сейчас к ним придет трилейн, но из-за того, что у них такие лейны, им с этим ничего не поделать. То есть, конечно, можно было там оставить Трикси, чтобы он стоял, просто получал опыт на сейфлейне. Эру отправить на ботлейн. А потом пошли бы сплошные ротации. Ротации лейнов. Это было бы неприятно обоим командам. Баунти Хантер забирает хейст. Ну и пошел смотреть, кто где здесь. Вард поставили. Стоит отметить, сами Reddit свои же джунгли заблокировали. То есть они заблокировали этот кэмп и этот кэмп. Энигма проходит во вражеский лес, но во вражеском лесу ничего нет. Очень хитрый ход, то есть Энигма теперь будет вынуждена идти в свой лес. Как видно, 30 секунды, ничего не заспавнилось нигде. Флай проходит, его видит. Хотели агрессивно здесь поджанглить Энигмы, чтобы она выходила и чтобы они убивали Адмирал Бульдога. Но этого сделать не получится. Флай понял намек, отходит. Ну и на том, на миде. Стоит виспом, добивает, похарасил уже немного Клокерка. Клокерк пока спокойно добивает колотушки крипов. Эра вроде получает опыт, вроде пока что живет. Ну, было, в принципе, понятно, что на первом уровне убивать ее прям-таки не будет, но как только появится у Рубика фейтбол, как только качает на Снерлода, уже будут проблемы. В принципе, и так уже нахарасили на половину хп. Энигма все-таки фармит здесь. Здесь стоит курьер, вот думают, как нести здесь бутылку, учитывая, что в лесу Энигма. Клокерк ждет курьера, пока не трогают, ждут, пока его апгрейдят, судя по всему.
Энигма. Делает отводы, курьер побежал. Браво, пингвиненок. Эра находит Аки. Здесь правильно дерево, если что, Аки отойдет. Эре следует вести себя аккуратнее. Пошел стукнуть еще пару раз кипер взлайта. На самом Левингарму, но пока первый уровень Левингарма, это не сильно может помочь. На Тейла здесь 4 крипа. У Клокерка уже 13, то есть в разы перефармит Клокерк Виспа. Но Виспу не так важен фарм, ему важно быстрее получить свой релокейт, быстрее получить 6, и потом уже можно будет реализовывать свой пик, летать и убивать. Здесь Трикси страдает от Адмирала Бульдога. Купил себе ботинок. В принципе, у него такая же задача, то есть ему важно получить 6. Пока что 3, вкачает свой трек. Потом уже соберутся все вместе, начнут что-то делать. На Тейл нашел реген. Вызывает спирит и каждый раз харасит Клокерка. Так, ну и здесь Лода побежал. Находит Эру, дает им Рептайд. Инсульт армор, Ливинг армор дали. Эра всех просто выгоняет с подвышки. Ману не тратит, очень важно оставлять ману морфингом. Маны на 2 кастовые формы не хватит. Так, ну и здесь приходит Энигма. Дал Мальфистан. Коги закрыл Клокерк обоих, но сам в них остался и погибает. Забирает из Бладфлай. Весь отбивает Флайману. Тот покупает спецоринг и... неплохое начало. То есть, как мы видим, Клокерк по нетворству вырывался вперед, он неплохо фармил. По крипам у него было все здорово, но теперь фестбат отдает, Натейл вырывается на первое место. И чувствует себя комфортно, Клокерк возвращается, ставит Виспа в коги, получает очень много урона, однако теперь Натейл просто погибнет от вышки, пытался прицелиться к крипу, но получилось немного неловко. Рубик обходит Эра. Надо его приподнимать, летит Элиминейт. Забрасывает его обратно, Нага дает инснейр, Морфлинг уезжает в форум, все еще стоит в инснейре. Ну и регена теперь у него нет. Отпивается здесь Аки. Можно просто зарядить элиминейт и попробовать этого самого Морфлинга добить. Так, Баунти Хантер. Пришли вдвоем с Энигмой, пострадали от Рокет Баража, но в то же время убили Герокоптера. Здесь же начинает уже искать Морфлинга. Не успел нажать вейформ, его просто убили. Ханни, Ливинг Армор находит здесь Клокерка. Клокерк думал убить Энигму, но из-за Ливинг Армора Флай выживает. Отпивает его сразу Висп. Отпивает бутылки. Однако здесь Лод гоняет Ханни. Режет его своей саблей. Прилетает Морфлинг. Флай же продолжает пока джанглить. Возможно, еще раз придут скоро к Адмиралу Бульдогу. На Тейл сейчас получит 6, появится релокейт. Ракета от Клокерка. Подхарасил немного аэро. Трикси здесь страдает. Трек получил сам 6, но надо идти на базу уже, у нее не остается ничего. Так, пришла опять Энигма. Опять Мальфи сдали. Гонит Клокерк. Клокерк убежит ли? Скоро откатится Коги. Нет, не откатится. Пока что бежит, выживает. Хукшот 10 секунд, возможно, прилетит на своих. Но здесь выходит Ханни, режет тезером, замедляет личсидом, надо добивать. Включает Бетриасол, запирает Когу, приходит Лода. Дает Рептайд, полетел Иллюминейт. Все вроде бы живы. Энигма делает идолонов, и здесь уже Эра находит и Джема. Джема его приподнимает, сам получает стан от тезера. И можно добивать еще и Рубика. 2-5 становится счет. Альянс пока что. Большие проблемы. 6-я минута, смотрим график. Здесь, как видно, пока что 6 сотен по золоту. Не такое уж и большое преимущество, учитывая, что все очень много перемещаются между лейнами. Но по опыту уже 2000. Вот как раз преимущество по опыту здесь. Очень важно сейчас. То есть уже появился там трек у Баунти Хантера, он скоро придет. Скорее всего. Как раз Трикси побежал на базу, сейчас скоро появится. Лода пошел вбивать Эру. Пока что просто дал ему рептайд. У Ханни Ливинг Армор уже 2 уровня. Флай из 6 появился Блэкхолл. Но надо тоже отрегениться. Надо, в принципе, всем собираться, но пока...
Всем надо просто сходить в фонтан. Весь парень локейт, вот они с Баунти Хантером сейчас куда-то полетят. Вопрос лишь куда. И сдержатся все вместе. Клокерк. Тоже пока не показывал скрипам, пошел смотреть, что здесь на меде. Сделать отпул надо. Не стал делать стак. Висп пока просто идет на мид. Эра очень мало хп остается, но у него есть бутылка, он отпивается. Левинг Армор на вышку пока что дает хани, чтобы вышка регенерировала. Таур уже проседает. Так, сюда идет Клокерк, вот как раз пора уже куда-то лететь, флая. Призывает на мид, сейчас можно прилететь релокейт и дать какой-нибудь блэкхолл. Тренд всего лишь третий уровень, вот это большая проблема. Вот если бы он был шестым, можно было бы драться очень смело. Похоже, что хотят убивать гирокоптера, но как бы сейчас не потеряли за это мортлинга. Флай сидит в засаде. Эра говорит, что сейчас будут заходить на вышку. Он видит, что здесь очень много народу. Видит, что прибегает лода. Здесь стоит еще и Клокерк. Прицелится хукшотом, летит релокейт. Релокейт уже прилетает. Приносит Энигму. Влетает на них Клокерк. Энигму отталкивает. Флай дает Малефис. Здесь гонит Аки. Сетка в ответ на Триксе. И Джем пока что живет. Флай нажал свой ринг. Блэкхолл пока что не готов давать. Висп уже улетел. Адмирал Бульдог отходит. Аки все еще жив. Его никак не найдут. Телепорта у него нет. Стоит и думает, как бы здесь сбежать. Здесь тренд крутится. Ждет, когда делать стаки. Сейчас он найдет, скорее всего, Keeper of Light. Возможно, будет сейчас какая-то спасательная операция. Вот он побежал, и действительно никто его не видит. Вардов на карте нет совсем ни у той, ни у другой команды. Поэтому Keeper of Light уходит, находит его Fly. Fly как-то сообразить не успел. Просто мимо прошел. На Тейла дабл дэмэдж. Собирает себе урну, в следующий раз будет всем отпивать. Прохиливает здоровье. Альянс собирается еще раз. Энигма Блэкхолл не трасла, в принципе, и Фнатик могут еще раз попробовать дать бой. Вышку уже прохилит до половины хп, влетает Клокерк, не раз думал, влетает на Хане. Тот пытался дать себе Левингару, но уже погиб. Проехались еще и по Эре, Эре надо бежать. Здесь курьер несет. Почему-то танка, курьер надо отправить обратно. Ракета летит еще и на Виспа. Успевает бутылку отправить курьером обратно. И здесь уже Баунти Хантер. Сюда прилетает Энигма. Нет, Энигма приходит с другой стороны. Нага дает сон, вот как раз Энигму надо убивать первой. Взрывается спирит. Клокерк стоит, делает коги. Сейчас Энигма оттолкнет. Энигма действительно отталкивает и начинает убивать на Тейла. Эра остается один, обходит его. Дает ему инснер. Энигма подходит. Дает Малефис, дает Блэкхолл. Притягивает Адмирал Бульдога, притягивает Клокерк, но действительно сбивает вертолета. У Эры проблемы. Эра получает Лингарму, борется с Рубиком. Рубика надо добить. Рубика никак не убьют. До сих пор Трикси заметили, приподняли. Эра все еще живет. Но похоже, что сейчас... Нет, все-таки пока что выживает. Зарезали одного. Зарезали Рубика. Клокерк же отходит. Лода здесь остался. Так, Клокерка находит. Судя по всему, дали трек. Эра уже успела отпиться. Здесь уже и Висп. И Клокерк тоже убили. 5-10 становится счет. Одного за одним просто теряет Альянс, Лайнс. Энигма Малефис, но здесь гирокоптер, надо расходиться. Приходит Висп. Ракету надо попробовать убить. А Флай получает стан. Ну давайте посмотрим эти размены все. 2500 по золоту есть у команды Fnatic и 5000 по опыту. 11 минута. Неплохое начало, но по фарму проседает, я бы сказал. То есть, несмотря на то, что Морфинг там фармит, Морфинг убивает людей. У него пока что, ну, 1100. Можно доделать пару трейдов, сходить. Покупает телепорт, в следующий раз где-то появится. Трикси же выходит на тропу войны. Находит Джема, видит, говорит, что надо прилетать релокейтом, прилетает. И сейчас все станут богаче. Да, Малефис дали. Дорезали. Получили золото с треков.
И сейчас улетят обратно, главное, чтобы их там не нашли. Одна секунда, Висп отправляется обратно в район мида. Альянс ходит между лейнами, не поймут, куда надо отправляться. Истрен продолжает делать отпул, как ни в чем не бывало. В общем-то, его игра здесь особо не касается. Он нажимает лейнгармор и вроде как... С этим у него все нормально. Эрн, недолго думая, делает реплику. На него здесь идет какая-то инициация. Просто улетает на своего клона. Улетает хукшотом клок. Вот теперь уже проблема. Релокейта нет, надо лететь телепортами. Гирокоптер ультимейт и убивает. Наконец морфинга. Негман покупает блинкдаггер, но... Топ-то оружие. Теряет Фнатик, надо находить размен какой-то, но с этим пока туговато. Все вышки стоят целые. Но тем не менее, и Далонов сделали. Флай 40 секунд до Блэкхола, сюда летит для начала Клокер. Он без хукшота, я думаю, уже сказали про это. Его пошли убивать. Он поставил свои коги. Трикси пошел давать трек. Дает трек. Но здесь уже Кипер взлает, сейчас он кого-то призовет. Полетает уже гирокоптер, пора расходиться, разбегаться. Здесь Висп. До Блэкхола 18 секунд. Шурикентос. Спириты. Спириты взрываются. Очень больно. Очень много урона. Трикси пошел. Надо зарезать. Зарезает, наконец, убивает Клокерка. Ракету надо получить Виспу. И вышку в итоге дорезали. Здесь уже Эра умирает. Адмирал Бульдог. Отлично обыграли ситуацию. Фнатик лучше и сделать не могли. То есть они убили всех, кто здесь был. И забрали спокойно Тауэр. Теперь счет прилетает на Рубика. Рубик пытается бежать. Но это не очень получается. В принципе, даже если бы убежал, здесь у Enigma Dagger его бы догнали. Еще один трек. Еще один киллстрек. Вот как раз были проблемы с фармом. Эти проблемы очень быстро решаются. То есть здесь, как мы видим, чуть ли не ответственное падение. Небольшой спайк. Это убивали здесь вышку. Вот как раз Лода уничтожил вышку. Ну, здесь уже за 5000 переваливает график и... Останавливается, пока не планирует. Приближается к 9000 уже по опыту. Enigma сейчас получит 11-й, получит второй Black Hole. Делает себе Power Trade. Неплохо было бы еще и Меку сделать, но до Меки долговато ждать. Есть, в принципе, Living Armor. Отпивает Висп. Притягивается тейзером, отпивает бутылкой, отпивает урной. Виспа есть хейст, и скоро откатится у него релокейт, буквально 20 секунд. Пока что можно сбегать в фонтан. Закупая себе мэдж-квант. Так, убили курьера. Нашли, убили курьера, который не совсем понятно, куда и что нес. Посмотрим, что было в курьере. Просто варды. Неизвестно, как он здесь оказался. Ставит сентриварт в виде Трикси. Трикси, судя по всему, понял, в чем дело, и Альянс начинает... Начинает пушить, судя по всему. Надо его здесь. Сейчас спирит им будет всех прогонять, ракета летит. Эра же. Сейчас уже будет сплит пушить, и... Каждый раз заставляет их вернуться. Трикси пошел выслеживать Нагу, но сам Лода уже за тир 2 даже прячется. У него 2700, он не хочет терять свои деньги. Надо сходить закупиться, отрегенить себе ману. Наверх летит Клокерк. Ну и Аки с Рубиком просто стоят на меде. Пытаются расстрелять здесь Виспа. Но тот каждый раз уворачивается. Трикси 300 уже золото. И у Морфлинга появляется ультимейт орб. Рано или поздно доделает свой Линкин. Либо Монтоставит, посмотрим, что выберет. Релокейт. Летит на Клокерка. Клокерк ставит коги, и Нага поет песню. Сейчас как бы здесь всех не убили. У Флай есть Блэкхол. Летит ультимейт. Вылетает Клокерк. Нага. Так, успеет ли Флай дать Блэкхол? Не успевает дать Блэкхол. Висп улетает.
И в итоге потеряли только Энигму. Эра успел уехать на вейформе. Ну, получилось не так уж и плохо, то есть... Очень большой коммитмент от Alliance, они всю команду сюда пригнали. Спасали Клокерка, перепугались, потратили свои ультимейты, все убили только Энигму. И здесь уже начинает пушт лейны со всех сторон. Эра терпеливо ждет, стоит, смотрит на тир 2. Показывает, что не надо сюда приходить. Надо возвращаться к команде Alliance. Трикси дает трек. Лага трек сразу снимает Mirror Image. Трикси пошел резать, дает Ширкин Тос, дает Женада. Остается без маны. И в Наге теперь барабан. Ну, Fnatic неплохо предпринимать более активные какие-то действия. То есть смоганг не удался. Убили Энигму, но все-таки надо продолжать свои пуши. То есть надо как минимум тир 1 твера уже доносить, иначе морфинг морфингом. Но рискует преимущество потерять свою рано или поздно. Пока что просто пассивно отфармливается. Трикси получил 11-й, точнее уже 12-й даже. Уже есть второй трек. Еще больше золота будет, если сейчас начнут кого-то убивать. Вот как раз надо это начинать делать. Эра. Адмирал Бульдога режет Эзером. Рубик помогает. Все отходят, как бы Натейл не погиб. Натейл очень мало хп остается. Энигма ставит паузу. Похоже, кто-то из них вылетел. Вылетает Эра. Пока посмотрим на графике. Здесь в 6 тысячах все застряло. И на 10 тысячах по опыту. Клокерк ракету уже потратил. То есть Висп, возможно, даже выживет. Хотя, в принципе, пошел флаг Кэнон. Можно ударить сейчас крипа, и Висп погибнет. Скорее всего, так и произойдет. Хотя флаг Кэнон... Нет, это просто кулдаун. Бафа нет, значит, он уже закончился. То есть здесь разве что хукшотом сейчас будет влетать S4. Пытаться поправлять ситуацию. Го-го. Надо отжимать паузу. Хани со всех ног бежит на мид. Мы же смотрим, что здесь будет происходить дальше. Энигма с блинкдаггером. Влетает все-таки Клокерк. Убивает Виспа. Здесь опять летит курьер. Не совсем понятно, почему он носит здесь варды каждый раз. И Клокерк Коги поставил, однако переезжает его морфлинг. Пытался добить, но урона не хватило. Энигма вдогонку. Один удар дает, добивает Клокерка. Хани дал ультимейт, немного всех задержал. Лай готов прыгать еще раз. Давать Black Hole, судя по всему. Надо дождаться, пока появится Висп. Надо дождаться, пока придет Трикси, самое главное. Дали Мальфис для начала джема. Въезжает Морфлинг, надо давать трек. Трек дали, однако Морфлинг подарил свой спейл. И Рубик уезжает. Ну, достается Адмирал Бульдог. Не один, так другой. Адаптив страйк. Не хватает урона. Летит релокейт. Релокейт прилетает. Первым надо убивать Джема. И Джема убили. И добили еще Герокоптера. Fnatic играет просто замечательно. Обоих убили. Митар уже сломали. И Баунти Хантер уже появляется дезолятор. В эре 1900. Хани восьмого. Хани, пожалуй, единственный, кто всю игру страдал. Делал от пула, в общем-то, по опыту у него были проблемы. Заходит Рошпит, дает Варчаш, Урлот. Все-таки Варчаш. Но Клокерк здесь уже все проверил, уже собирается Alliance. Хотят всех отсюда прогнать. Стоит здесь обсервер, то есть они видят, что из Рошпита все уже убежали. Хейст видит. Забирает хейст лода. И Висп утягивается. Приподняли. Приподняли морфинга, пытается убить. Тот уезжает. Рядом уже и Висп. Сделал реплику. Реплику Наги. Так, похоже, реплику Наги сделал и GM. Да, действительно, так и есть. Он своровал.
Репликейт. Морфинг уходит на топ. Здесь ходит Лода, можно попробовать что-то с ним сделать. Хотя Лода, видимо, решил, что может убить Эро. Да, это Мерептайд, вылетает ракета, но летит помощь. Сейчас, возможно, и релокейт будет, хотя, в принципе, Висп и так рядом. Видит Кокрика. Прикрывает его. Флай вылетает блинкдаггером. Мальфис надо бы дотянуться, но блинкдаггер уже потратил. Пока суть до дела, Трикси находит Эдраблога и начинает нарезать его своим дезолятором. Тот дается ультимейт, на нем трек, стам получает, Натейл, как бы не погибнет Натейл, Натейл действительно погибает. Привез Трента, оказалось, что Трент не самый сильный персонаж. Добили наконец гирокоптера, но здесь уже Эсфор. Эсфор дает свои станы, приходит еще и Нага, и похоже троих сейчас потеряют. Действительно так и есть. Натик невероятно неловкий ганг провернули, и сейчас потеряют за это Мидтауэр. Вот как раз тот опенинг, который так ждали Alliance. Сразу покупает масштаб. Клокрик больше сам не будет стоять в своей когу, будет выталкивать сразу. Вэри все 4500, Рубик. Если что, вернется всегда на копии, то здесь убить его уже не получится. Энигма обходит атаки. Вылетает Энигма, Мальфис дает атаки. Рубик действительно вернулся на копию, а вот про Кипра влазит забыли. Достается Флая. Вот уже спокойно фармит вражеский лес. У него Яша, у него Драм Фендюранс и 3000 еще в запасе. Нага на первом месте уже по нетворсу. Фнатик увлеклись как-то своими аркадами, то есть они пока что... Как видно, хоть и оставляет преимущество, но Нага все еще фармит и... Если так будет продолжаться, если на хайграунд следующие буквально минут 10 не зайдут Фнатик, не сломая сторону, Нага может стать устрашающей. Но это только при условии, что Фнатик будет играть аккуратно. Если не будут торопиться. Клай находит Эндра Бульдога, надо давать треки. Вот как раз если с треком будет делать очень много сейчас киллов, вопрос лишь в том, будут ли. Трикси очень мало хп осталось. Клай окружает. Входит Клокрик. Энигма сразу погибает. Блэкхола нет, надо уходить. Энигма сразу выкупается. Разбрасывает, продолжает треки. Трек надо кидать на Адмирал Бульдога. Рептайд дает здесь иллюзиями. Летит Элиминейт. Энигма уже рядом, надо. Повторяется Адмирал Бульдог, отправляется на базу. Рошан наполовину бит и не решается пока никто никуда заходить. Вернули гирокоптер, гирокоптер отрегенился и уже откатился кулдаун на ультимейт. На Рошане посмотрели, что происходит ракеты. Треки все пропали, смог нажали, приходит иллюзии Наги, смотрит, что здесь происходит. Морфинг дает вейформ. Рубик с Урала невидимость. Трек в ответ на Адмирал Бульдога, приходит Рубик, Рубик невидимый. Сентри Вард у них здесь стоит. Это Сентри Вард Рейдентов. Команда Alliance. Ну и Морфинг здесь крутится, как бы его с ней убили. Прилетает к нему Висп. Видит, что взрываются спириты. Видит, что рядом Джем. Морфинг продолжает добивать Рошана. 5 секунд, 4 секунды. Сейчас на реплику надо уже улетать. Эра получает баши. Очень неловкий момент. Выезжает из Рошпита. А здесь уже вся команда из Фор перерезали. Он все еще невидимый. Попадает на Адмирал Бульдога. Надо обновлять треки. Здесь находит Клокрик, вот как раз Клокрик было бы неплохо убить. Ультимейт гирокоптера, режет дальше Клокриком, влетает в лицо Эри. Кто-то его переезжает, просто добивает. И Флай мечется, не знает, куда давать Блэк Холл. Рубик здесь ворует все подряд. Его нагоняет Трикси, дал ему трек, добивает. Ракету ловит Энигма и параллельно здесь сбили гирокоптера. Клокрик выкупился, пришел, на нем опять трек. Опять переезжает Эра. Лода поет свою песню, Элиминейт проехался, но надо уходить. Рошана здесь потеряли, отдали очень много золота, релокейт. Летает релокейт, блайнд дает атаки. Рядом еще и Клокрик, можно и Клокрик попробовать убить. Я не думаю, что его уж догонят. У Морфинга мега килл. Улетает обратно. Поставили сентри вард здесь.
Рошан можно добить. Пока все происходило, крипы просто сломали здесь вышку. Все становится 13-24. Весь помека. Похоже, что доделает скоро Энигма свой Блэкинг Бар, но Энигма выкупалась, собственно, деньги он потратил. Герокоптер, видимо, копит на Владимир's Offering. Будет давать ауру Наги. У Наги, кстати, появляется Diffusal Blade, и, в принципе, можно уже и второй рецепт даже купить сразу. Но оставляет, видимо, сперва сделает Манта Стайл. Заряды просто так тратить не хочется впустую. Сразу их обновлять. Так, ну и давайте смотреть. Рошана победили, подрались и... Как выясняется по графике, преимущество вроде бы не так уж и много заработали теперь Fnatic. Несмотря на треки, несмотря на это все, преимущество до сих пор по золоту в районе 8000. Но по опыту переваливают уже за 15. Некую спам он поставил, но... Пока что в воздухе до сих пор витает неопределенность. Рубик расставляет варды и убивает. Владимир Софинг собирает и Хани. Ауру тоже будет давать своим. У Трикси же 2500. Находит Рубика. Летит релокейт. Трек надо давать. Трек дает. Чуть было не ваншот, но не успел дать трек. Волкер же включил хейст и принялся бежать. Вырубает Коги, получает Мальфистан. Получает бэкол, надо его убить, хватит ли урона. Трек дали. Рубит его изолятором. Дорубили. Неизвестно, успел ли Виз получить деньги. Пошли искать дальше, кто здесь отходит. Находит Лоду. Мальфис, надо убивать Лоду, не надо убивать здесь каких-то непонятных саппортов. Надо гнаться именно за Нагой. Нага включает свой сон. И просто улетает. Ну, собственно, из-за этого, видимо, не надо было все-таки за ней гнаться. Видимо, я не сообразил сперва. То есть, действительно, было бы выгоднее здесь сбить кому-то телепорт, попробовать подрезать, кто улетает. И там уже Лоду догонять, заставлять его использовать ультимейт. Трикси убивает Тауэр. Покупает Блэкинг Бар, вот он уже действительно очень много урона наносит. То есть, если кто-то из саппортов замешкается, просто вскроет его своим ножиком. На ответ пошел фонтан, можно будет из фонтана куда-то слетать. Эра копит на скаде, судя по всему. Купил еще один ультимейт орб. И похоже, так и будет их покупать. Идет по миду, не боится. У него Аегис, если что, выживет. Если что, прилетят на релокейте, друзья помогут. Как раз можно здесь что-то придумать. Лода без ультимейта. Можно этим воспользоваться, можно попробовать его сейчас убить. Вот закупает телепорт и улетает. Он понял, что задержался здесь, отправляется на топ. Морфлинг теряет хп, теряет ману, прибегает сразу же висп и помогает, отбивает обратно все это дело. Залил маны, можно даже меку нажать. Ну и как видно, Альянс зажат на карте, то есть все стоят. Наконец-то нажали смог, побежали. До этого пространства совсем мало, вперед выходит только Нага. Только когда у нее есть кулдаун, Song of the Siren. Смоганг пошел хоть кого-нибудь найти. Трикси здесь подходит к тир 2 Тауру, остальные пока что на ботлейне. Во вражеском лесу. Сейчас покажет себя Alliance. Начнем забирать Тердотауру, возможно, даже завяжется какая-то драка. Я думаю, Fnatic не проще разменяться. То есть можно здесь выйти и сделать Эдалонов, пока Enigma себя не показывает.
Он наконец уже видит, что тир 2 падает, надо находить скорее размен, либо лететь туда. На Т пролетает просто телепортом, никаких релокейтов. Пока что есть Fortify, Fortify нажали, Трикси пошел развешивать треки. В центре вард уже стоит, как бы его здесь не убили. Раскидывает треки, его видел Клокрок. Трикси на нее чуть было не наступил. Трикси заманивает, похоже, на центре. Ходит аккуратно. Альянс улетает. Трикси видит Клокрока. Тот дает себе форстав. Релокейт прилетает. Хотя бы Аки убить. Бесплатный килл. Бесплатный килл с треком. Энигме. Чуть больше 300 осталось, появится Блэкинг Бар. 10-секундный. Уже не будет бояться, что Клокрок его поставит в коги и своим Б3 Ассолтом не будет давать зажимать Блэк Холл. К 15 тысячам приближается преимущество по золоту, Фнатик. 20 тысяч по опыту, но как мы видим, все еще ходит кругами, пока что прям-таки на пуш не выходит. Они хотят какой-то тимфайт, они хотят этот тимфайт попробовать выиграть и потом уже что-то придумывать. Айгис пропадает. Ну и через 4 минуты, я думаю, уже схлестнутся на Рошане. Пока же здесь просто Трикси ходит всех, пытается резать в скаде Морфлинга. Ну а ты уже 4-й варчарж, если прицепится к Морфлингу. Морфлинг настреляет, будь здоров. 200 урона с руки, при том, что... А, в принципе, сила у него закончилась уже. Прогоняет просто Адмирал Бульдога. Очень много иллюзий сделаем, он доставил была еще и руна. От вышки ничего не остается, просто вышку сломал. Параллельно Трикси ищет по лесам. Кто здесь выходит из базы, и все меньше и меньше пространства остается, то есть здесь уже прям-таки с базы выходить никто не хочет. Вот Трикси видит. То есть ходит, центр вард поставили, сейчас Трикси будет убивать. Кукшотом влетает, однако релокейт. От Клокрока сейчас уже ничего не останется. Трикси нажал БКБ и пошел просто убивать. Для начала убили здесь Киперзлайта, переехали же Клокрока. Адмирал Бульдога видит. Стреляет в него снежинками, Адмирал Бульдога убивает. И GM. И GM невидимый, сорвал Шедоволк, приходит Лода, Лода делает свои иллюзии. Нажал еще и Монтастав, иллюзии начинает нарезать Трикси. У Трикси действительно проблемы, надо его как-то спасать. Трикси погибает. Ну, Лоду самого сейчас убьет просто Морфлинг. Никак его не добьют. Надо догнать. Добивает адаптив страйком. Здесь уже Клокер, который выкупался. И, похоже, и он погибнет сейчас. Рубик приподнимает Эру. За Клокером погонит. Настрелили снежинками. Эра, годлайк, получает даблкил. Рубик до сих пор ходит невидимый, хочет хоть кого-то убить. Уже они остались вдвоем с Keeper of Light'ом. Натика отходит. Black Hole не потратили, стоит заметить. То есть, если завяжется сейчас какая-то потасовка, Black Hole будет. Рубика до сих пор не обнаружили. Пока что Fortify. Но еще 17 секунд не будет Клокерка, не будет Лоды. Притягивается весь, Адмирал Бульдог здесь рядом. Начинает получать снежинки, влетает флай, дает Малефис. Гирокоптера добили. Бьют тир 3. Иллюзия включает эру и с иллюзиями просто уничтожает. Здесь вышка наворачивается со всех сил. Тир 3 убили, проехались, зацепили по пути Рубика. Рубик приподнимает наконец Энигму, хочет ее убить. Влетает Клок, когда дает шот. Здесь Лингармор, флай дает Блэкинг Бар свой. Пока живет, и Джема надо добивать, но он опять включает Shadow Walk, опять невидимый. С Клокроком надо что-то делать, Флай. Страдает Флай, наконец убили. Эйра успел без Keeper of Light, получает дефьюзл, сейчас, похоже, погибнет. Действительно, погибает Морфлинг. Задержали здесь. Барак так и не снесли, то есть они воевали здесь. Воевали и в итоге переубивали очень много народу, но у Рубика теперь появляется гем, как бы здесь Трикси не попался. Сейчас попадется Трикси, и можно будет забирать даже Рошан. До Рошана минута. Морфинг пока что просто ждет респавна. Я думаю, придется выкупаться. Трикси Блэкинг Бар. Рубик невидимый, и при том еще сам с гемом. Выслеживает Трикси, Трикси надо бежать. Разворачивается, хочет убить Адмирал Бульдога.
погибает сразу же. То есть, несмотря на то, что 20 тысяч по золоту преимущество, несмотря на то, что 25 теперь по опыту, если еще раз потеряет Морфинга, если еще раз потеряет Трикси, то Альянс будут готовы идти просто забирать Рошана. В принципе, и сейчас они готовы это делать. У Трикси, понятное дело, есть байбек. Здесь Флай ходит, расставляет варды пока. У Натвила 4200. Забирает реген. Нет, не забирает. Исаки. Ну и Рубик продолжает быть невидимым. То есть надо будет свой ген покупать, скорее всего, Фнатик. Либо покупать какой-то даст. То есть Рубика этого надо будет обнаружать в центре варды и так далее. Что-то нужно. Невидимый Рубик смотрит на Энигму. Энигма упрыгивает. Эра покупает Госсептер. Надо выживать ей несколько секунд, пока на нее наседает Нага со всеми своими иллюзиями. У Лода уже второй дефьюзал. Владимир Софринг. И рано или поздно у Адмирал Бульдога появится Блокинг Бар. Идут иллюзии Наги, смотреть, что на Рошане. Трейн покупает Блинкдаггер. Как раз поможет в этом тимфайте. Сейчас за Рошана будет нешуточная драка. И кто ее выиграет, там уже будем смотреть, что будет дальше происходить. То есть, несмотря на то, что очень много преимуществ теперь в Фнатик, но если они потеряют, Нага уже рискует стать весьма сильнее. Однако здесь шотган появляется у Морфинга. Сделал Эфирил Блейд. Но здесь все будет зависеть от Рубика. На самом деле, как